Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Oppo Reno 6 5G. Сейчас я покажу, как на этом устройстве войти в режим Recovery. Итак, нажимаем и удерживаем кнопку питания. Нажимаем выключить питание и выключить питание. Через время нажимаем и удерживаем кнопку питания и уменьшение громкости. После появления надписи Oppo отпускаем кнопку питания, но продолжаем удерживать кнопку уменьшения громкости. Выбираем английский язык и все, мы в режиме Recovery. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч. До свидания.